Приветствую всех вы на канале Школы вязания. С вами Катерина Муж. В сегодняшнем видео мы свяжем ажурный журнальный рисунок спицы. Ну и смотрите, у нас вот такие имитация как будто перекрещения, чем-то французскую косу напоминает. Вот так выглядит с лицевой стороны и вот так на изнанке. Узор ажурный на большом количестве петель. У меня количество петель должно быть кратно 16, вот здесь 2 раппорта, плюс петелька симметрии и плюс 2 кромки. Конечно же, здесь я дополнительно набрала петельки платочного узора, ну, так, чтобы красивые были края. Значит, в сегодняшнем видео мы свяжем 1 раппорт рисунка. 16 плюс 1 плюс 2, это я должна набрать 19 петель на спице классическим способом набора. Схемку этого рисунка по кругу и поворотными рядами скачать можно на моем сайте пряжа.com. Ссылочка будет под этим видео. Так, первый ряд у нас лицевая сторона. Крайнюю петлю снять. Раппорт рисунка вяжем 1 изнаночная. Делаем накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Убавка с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернув правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку. Далее 3 лицевых, 1, 2, 3. Убавка с уклоном вправо, слева направо 2 петельки провязываем вместе лицевой петлей. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и делаем накид. Смотрите, вот эти 16 петель это один раппорт рисунка. Повторяйте сначала, то есть снова будет изнаночная, накид. Вот. Видите, между раппортами накидом закончили. Изнаночная, накид, новый раппорт начали. И так повторяйте до последних 2 петель. Петелька симметрии у нас вяжется изнаночной. Кромку вяжем изнаночной петлей. Вот это первый ряд. Так, работу поворачиваем. С изнаночной стороны все ряды будут вязаться одинаково и вяжутся так. Первую петлю снимаем. Так, петелька симметрии, это лицевая. Дальше раппорт рисунка 15 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 1 лицевая. Так вы повторяете до последней петли, кромку всегда изнаночной. Так будет у нас вязаться каждый изнаночный ряд. Работу поворачиваем. Третий ряд, лицевая сторона. Снять петлю. Раппорт узора. 1 изнаночная, 1 лицевая. Делаем накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Убавка с уклоном влево. Переснять 2 петли. Поверну правыми стеночками назад. Вернуть обратно на левую спицу и вместе провязать за заднюю стенку. Далее 1 лицевая, убавка с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой петлей. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и 1 лицевая. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте до последних 2 петель. Симметрия изнаночной, кромку изнаночной петлей. Вот готов третий ряд. Четвертый ряд будет вязаться как второй. Первую петлю снимаем. 1 лицевая, 15 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 лицевая. Кромку изнаночной. Далее я изнаночные ряды показывать не буду. Все они вяжутся одинаково. Так, повернули. Пятый ряд с лицевой стороны. Снять первую петлю. Раппорт рисунка. 1 изнаночная. 2 лицевые. Делаю накид. 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Теперь мы вяжем 3 петельки вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо я подхватываю все 3 петли и провязываю вместе лицевой петлей. Вот так. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Еще 2 лицевые. Вот такой раппорт рисунка. Повторяем до последних 2 петель.
петля симметрии изнаночной, кромку вяжем изнаночной. Возвращаемся. Шестой ряд, как второй, четвертый ряды. Седьмой ряд у меня с лицевой стороны. Снять первую петлю. Раппорт рисунка будет 1 изнаночная. Здесь уже 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязываем вместе лицевой петлей. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. И еще 3 лицевые. Такой раппорт рисунка. Повторяете все до последних 2 петель. 1 изнаночная, кромка изнаночная. Возвращайтесь в 8 ряд по рисунку. Далее с лицевой стороны 9 ряд. Первую петлю снимаем. Раппорт узора 1 изнаночная. Лицевыми 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Еще 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Вот такой раппорт рисунка. Повторяйте до последних 2 петель. И 2 изнаночных. Петелька симметрии и кромку вяжем изнаночной петлей. Возвращайтесь в 10 ряд по рисунку. 11 ряд с лицевой стороны. Снять первую петлю. Раппорт рисунка 1 изнаночная. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот такой раппорт рисунка. В конце петля симметрии и кромка вяжется изнаночной. Возвращайтесь в 12 ряд по рисунку. Так, начиная с 13 ряда. Вот видите, у нас перекрещение все шло вправо. Теперь будет медленно идти влево. Таким вот образом. Первую петлю снимаем. Раппорт рисунка 1 изнаночная. Делаем накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Убавка с уклоном влево. Переснять 2 петли. Поверну правыми стеночками назад. Вернуть обратно на левую спицу. Вместе провязать лицевую за заднюю стенку. 3 лицевые. 1, 2, 3. Убавка с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязываем вместе лицевой петлей. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И делаем накид. Вот такой раппорт рисунка. Также мы вязали первый ряд. Но после первого ряда и дальше у нас все пошло вправо. Теперь таким образом все пойдет влево. Так, в конце петля симметрии и кромка вяжется изнаночными петлями. Это 13 ряд. Возвращаемся в 14 ряд. Петельки по рисунку, как ранее. 15 ряд у нас с лицевой стороны. Снять первую петлю. Раппорт рисунка 1 изнаночная, 1 лицевая. Делаем накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Убавка влево. Переснять 2 петли. Поверну правыми стеночками назад. Вернуть обратно. Вместе провязываем лицевой за заднюю стенку. 1 лицевая. Убавка вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе лицевой петлей. 4 лицевые. Делаем накид. И еще 1 лицевая. Повторяем раппорт рисунка. До последних 2 петель петля симметрии. Кромка вяжется изнаночными петлями. Работу поворачиваем. Возвращаемся обратно. 16 ряд. Петельки как ранее. Так, у нас 17 ряд. Лицевая сторона. Снять первую петлю. 1 изнаночная вяжем. 2 лицевые. Делаем накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. А вот здесь мне нужно провязать 3 петельки вместе лицевой, только с уклоном влево. Значит, я переснимаю 3 петли. 1, 2 и вот 3. Все 3 поверну правыми стеночками назад. Далее вернуть их обратно на левую спицу. Все 3 петельки вот так. И провязать вместе лицевой за заднюю стенку. Это будет 3 вместе лицевой с уклоном влево. Далее 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 2 лицевые. Такой у нас раппорт рисунка. Вот, видите, пошло все влево. Повторяем до последних 2 петель и 2 изнаночных. Петля симметрии, кромка. Возвращаемся обратно, петельки по рисунку.
19 ряд, лицевая сторона, первую петельку снимаем, вяжем 1 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, делаем накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, убавку выполняем с уклоном влево, переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку. Это убавка влево, плюс 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такой раппорт рисунка. Повторяем до последних 2 петель. Петля симметрии и кромку вяжется изнаночными петлями. Возвращаемся в 20 ряд петельки по рисунку. Далее 21 ряд. Первую петлю снимаем. Раппорт рисунка 1 изнаночная, 4 лицевых, 3, 4. Делаем накид. Снова 4 лицевых, 2, 3, 4. Убавка влево, переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку. 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. И это раппорт рисунка. Повторять до последних 2, петля симметрии, кромка вяжется изнаночной петлей. Затем возвращайтесь обратно, петельки по рисунку. Так, следующий у нас 23 ряд. Лицевая сторона, первую петлю снимаем. Раппорт узора 1 изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Убавление с уклоном влево, переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать за заднюю стенку. Так, с этой стороны еще с вами мы вяжем 4 лицевые. Повторяем до последних 2 петель, 2 изнаночные. Так, это 23 ряд. 24 ряд у нас последний ряд. Давайте свяжем его вместе. Первую петлю снимаю. Как все изнаночные ряды, лицевая, 15 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Затем лицевая, кромку изнаночной. Вот так, видите? Так, значит, эти 24 ряда, ну, если их слегка разгладить, будут вот так выглядеть, именно как наш рисунок. Дальше узор начинается с первого ряда. Давайте еще раз первый ряд. Первую петлю снимаем. Раппорт рисунка был изнаночная. Делали накид. 4 лицевые. Убавка с уклоном влево, переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно, вместе провязать лицевой за заднюю стенку. 3 лицевые по центру, убавка вправо, слева направо 2 петельки, провязываем вместе лицевой петлей. 4 лицевые, делаем накид, затем 2 изнаночные в конце. Значит, так вязался у нас первый ряд, видите, снова. Таким образом, повторяя данные, 24 ряда, получаем вот этот рисунок. Вот раз, полтора раппорта у меня здесь. Этот образец уже слегка разглажен, видите, он требует глажки, так что выбирайте пряжу, которая гладится, желательно не акрил. Это у меня образец из мериноса. Всем большое спасибо за внимание, всем до новых встреч! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.